труд человека кормит, а лень портит. Терпение и труд все перетрут. Глаза страшат, а руки делают. Молодцы. В современной стремительной жизни главным вопросом социальной адаптации является правильный выбор профессии, ведь он определяет всю дальнейшую судьбу человека. Понимая важность данного вопроса для подрастающего поколения, сотрудники Центра занятости населения совместно со студенткой третьего курса ЮФУ Овчаровой Никой провели профориентационный урок в третьем классе средней школы номер 24. Если раньше мы давали методические материалы, методические рекомендации только учителям и заучам по внеклассной работе, то теперь вот в этом году, с этого года, мы как бы внедряем в практику профориентационные уроки в начальной школе. В легкой игровой форме ученики, разделившись на 4 команды, вспоминали профессии на заданную букву, показывали свои способности в женских и мужских профессиях, изображали людей разных специальностей, вспоминали пословицы о труде и отгадывали загадки. Замирает в страхе зритель в клетке с тигром. Печь гудит, как самовар, сталь в ней варит. Правильно. Лоботрясов укротитель в школе учит нас. Кроме заряда бодрости и веселья, ребята получили возможность узнать много новых специальностей, интересных и востребованных на современном рынке труда. И наверняка многие из них уже сейчас задумаются о выборе именно той профессии, которая станет любимой и желанной на все последующие годы. Сейчас очень много ребят, которые по окончанию учебных учреждений, высших, средних профессиональных или начальных профессиональных учреждений, оказываются за бортом. То есть они не работают, они стоят на учете в службе занятости. И когда начинаешь выяснять причину, проблему, почему ты не трудоустроен, в чем причина, многие ребята дают такой ответ, что мне не нравится эта профессия, мне не нравится эта специальность. И вот чтобы не было у нас таких проблем, мы вот решили начинать именно с начальной школы, с самых маленьких детей.